Всем доброго здоровья, мир вашему дому. Ехали-ехали тут чистым полем и увидели полезную травку. По-моему, это зверобой. Но если это зверобой, а зверобой — это природный антибиотик, очень, ну, в общем, полезный, не вредный. И поэтому решили набрать, посушить. Грибов нету все равно. Ну, хоть что-то же должны мы домой привезти, хоть с чем-то приехать. Вот хоть травку наберем. Так что вот. Мальва лесная. Очень красивая. Прям как в саду каком-то. Душица. Для женщин полезная травка-муравка. Ну, нельзя ее, правда, беременным. А это лесная герань, если я не ошибаюсь. Вот еще мальвочка. И тут прям заросли. Ну, видно, что она только начала цвести. Еще завязей, бутончиков много. Все, нарвали букет полезный. Тут несколько видов трав. Будем заваривать, пить. Не будем покупать больше пакетики. Будем пить свое. Приехали домой с уловом. Травы алтайские. Польза и здоровье.